сегодня новый день и новый влог, ремонтный влог. Как вы можете заметить, по заднему фону я уже начал клеить обои, уже наклеил целую стенку, вот так вот, хоп. Отлично, уже вот тут даже, уже все, короче, отлично. Сейчас я уже перехожу на наклейку вот этой стены, вот так вот. И сама суть в том, что я вчера посчитал, я, по-моему, во вчерашнем влоге говорил, что мне не хватает обоев, вроде совсем чуть-чуть. И сегодня, сейчас минут через 20, наверное, открывается магазин, и я поеду за, наверное, 2 рулонами обоев, чтобы уже на прозапас, скажем так. Вот, что еще? За сегодня я планирую наклеить обои и присверлить плинтуса. Вот такие дела. И вообще по супер возможности, если прям будет все круто, то и собрать кровать, надеюсь. Потому что я сегодня спал в зале на полу, вот, и надо бы собрать кровать. Для того, чтобы хотя бы сегодня уже спать в этой комнате. Да, в полуразрухе, но хотя бы спать в этой комнате. Вот. Так что вот такие дела. Я поехал клеить обои дальше. Вообще обои мне нравятся. Они, это вот, может быть, от окна кажется, что они желтые. Они вот такие вот серо-коричневые с белым, ну, белые, серые с коричневым отливом. Вот. Они как раз-таки будут подходить под мебель. Вот это вот, это стенки шкафа или это дверцы. Не помню. Вот, стенки шкафа, и как раз-таки вся комната будет в бело-серых коричневых оттенках. Будут еще коричневые шторы, белая тюль. Ну, собственно, да, еще с элементами черного, ну, потому что компьютер черный, какие-то телевизор черный, Sony PlayStation черная, поэтому как-то вот будут темные такие вот холодные оттенки в комнате присутствовать. И коричневые шторы, как огромное такое теплое пятно. Вот. Такие дела. Так что полетел я клеить обои дальше. Желайте мне удачи. И мы начинаем этот влог. Сюда, под кондиционер, и ровно, то есть обклеить окно, тоже мне не хватает. Но вот так вот я уже снимаю, то есть мне уже очень нравится то, что получается. Комната очень светлая, а света здесь очень достаточно, и в особенности, когда будет тут потом натяжной потолок с 6 софитами и с люстрой. Вот люстра прям пипец подходит под обои и под дверь в особенности. Круто, мне очень нравится то, что получается. И самое крутое, что как я задумал у себя в голове, то оно так и получается. То есть примерно вот как я представлял себе, как это будет выглядеть, то оно примерно, то на то и выходит. Это здорово. Так, ставим сюда обои, только вы не падайте, чуваки. Вот, иду переодеваться и продолжаю клеить обои. Сейчас самое сложное, мне сейчас нужно наклеить обои вот тут рядом с кондиционером, над кондиционером. Короче, вокруг кондера надо будет сейчас обклеивать обоями все это дело. А это довольно сложновато. Вот.
Потому что из-под кондиционера старые обои не вытащить, там они так и останутся. Вот. И когда ставили кондиционер, на мой вопрос, типа, а как обклеивать вокруг кондиционера, он сказал, что ну никак, то есть вам придется его как-то там шпателем эти обои туда заталкивать, под него чуть-чуть совсем, типа как бы вокруг. Вот и все. А, типа снять кондиционер и повешать, и наклеить нормальные обои нельзя. Вот таким образом. Так что бегу переодеваться и продолжаю клеить обои. Ну что, ребят, я доклеил обои уже везде полностью. Все доклеено. Все супер, все отлично. Я устал ужасно, поэтому я не снимал какие-то моменты. Я сейчас домываю полы, потому что здесь на полах был пипец из клея и всего остального. И приступаю к присверливанию плинтусов. Время сейчас уже почти 6 часов вечера. У меня есть время, по-моему, до 8 или до 9 шуметь, там до скольки можно, или до 11, да? Вот, поэтому мне нужно за это время присверлить плинтуса. Мне за это время нужно собрать кровать, поставить компьютерный стол, потому что сегодня я буду спать уже в этой комнате, я на это очень сильно надеюсь. Фу, потому что я спать на полу второй день не собираюсь, вот. Так что сейчас буду домывать полы, клея здесь очень много, приходится мыть полы не на один, не на два, не на три, мне кажется, раз на пять буду их промывать, потому что клея здесь очень много. Я вот прям хожу тапочком, вот еложу и прям скольжу от клея, это ужасно. Вот, поэтому буду мыть полы. Кстати говоря, вокруг кондиционера, в принципе, наклеил достаточно нормально. Я не знаю, почему эти обои при таком освещении камера воспринимает как желтые. Я не знаю, в чем прикол. Вообще у них цвет, ну, вот такой вот. Вот вы сейчас видите нормальный цвет обоев. А вот так вот почему-то начинает желтеть комната. Не знаю, Samsung, что с твоими камерами? Вот. Поэтому сейчас буду мыть полы, плинтуса сверлить и уже наконец-то собирать мебель. Ну все, полы 5 раз вымыл, 3 раза мыл обычной водой, 4 раз мыл водой со средством для мытья полов, и 5 раз помыл просто опять обычной водой, чтобы смыть средство для мытья полов. Вот такие дела. Поэтому сейчас я приступаю, сейчас я чуть-чуть буквально отдохну пару секунд и приступаю к прикручиванию этих плинтусов. Вот, болты для плинтусов у меня куплены. Разумеется, продажи иначе. Взял 50 штук. Я, конечно, понимаю, что 50 это очень много, но зато будут крепко держаться. Я, конечно, не собираюсь через каждый сантиметр болт закручивать, но все же. По болтиков 6, наверное, 7 в один плинтус будет вполне. Ну, 7 это много. Болтиков 5-6, наверное, вполне будет достаточно. Вот, так что беру в руки дрель и поехали. Я чувствую себя стоматологом, потому что в моей руке тоже жужжащая штука. И я прикручиваю плинтуса. Один плинтус уже прикрепил, осталось только вот плинтус сейчас за мной прикрепить. И все. Ну, имеется в виду не все, а еще дальше поехать, да. То есть все только на этой стене. Вот, да. Фу, я почти все. Господи, это пипец какой-то. Я уже присандалил плинтус уже вот на эту стенку полностью. Вот, даже уже вывел интернет-провод из плинтуса. О, отлично, теперь мне осталось только докрепить плинтус вот сюда и вот сюда. И все, и можно будет собирать кровать. На моей голове, конечно, уже 3 дня какие-то непонятные просто лохмотья, потому что волосы не слушаются после звездки, после всей этой пыли. Уже хочется залезть в ванну, уже помыться полностью, хотя я мылся после того, как вся эта пыль поднималась у меня вверх. Я мылся, потому что там было совсем неприятно ходить, весь полурассушенный, сушеный, волосы солома, короче, пипец. Вот. И сейчас уже, в принципе, времени не так много, и только, по-моему, часов 7 вечера, да. Вот, у меня еще достаточно много времени для того, чтобы докрепить плинтуса, и, собственно, мебель можно будет собирать. Я шумить, собственно, собирая мебель, не сильно буду, так что, думаю, на ночь у меня занятие сегодня есть. Большой конструктор для взрослых, как говорится, буду собирать, наверное, ну, разумеется, я начну со стола компьютерного, потому что он собирается вообще легко, он будет стоять вот здесь вот, прямо за дверью, отлично. Вот, вот с этой стороны, я уже показывал, будет стоять шкаф.
А тут будет у меня стоять кровать, вот тут, где сейчас лежит Бэтмен, да. А вот здесь у меня будет висеть телевизор и стоять комод. Вот, по поводу комода я пока еще не знаю. Я звонил в Азбуку мебели, ну, и там, где я покупал этот комод, ну, в принципе, весь комплект мебели. Мне сказали, что им нужно точное, скажем так, название детали для того, чтобы ее чуть позже заменить. Вы можете видеть в коридоре, у меня, конечно, там вообще свалка, пипец. Строительный мусор аж на полу из мешка, вся эта пыль, короче, высыпается. Ужасно, нужно все это убирать. Так вот, по замене комода мне нужно сейчас узнать название этой детали. То есть, либо это крышка, либо это, ну, боковая стенка. И тогда, если это есть на складе, то они заменят, ну, типа, начнут обрабатывать заказ намного быстрее. Вот. А если нет на складе, то придется ждать примерно 2 недели, пока доставят. Это ужасно, ужасно. Но вообще сказали, что в течение недели. Ну, посмотрим, узнаем. Но я сейчас посмотрю, что это за деталь. Если, допустим, это какая-нибудь там задняя ножка с там какая-нибудь бокового чего-нибудь там, я не знаю, или полочка какая-нибудь в центре, то менять не буду, потому что, ну, как бы, видно не будет, держаться вроде должно, и все будет супер. Поэтому посмотрим. Разумеется, я ждать неделю не в состоянии, меня уже штырит по полной, я уже хочу все это закончить. Мне нравится, как смотрится дверь, вы понимаете, дверь стала смотреться в 500 раз лучше, в 500 раз красивее с этими новыми обоями. Дверь теперь просто вообще шедевральная, вы на это только посмотрите, она теперь выглядит дорого-богато и очень хорошо сливается со стеной, с обоями. Боже, я счастлив. Я так счастлив, я так рад. Я почти закончил ремонт. Хочу сказать, благодарю и говорю. Ну вот. Поэтому надо, чтобы не было так сильно эхо слышно. Я просто открываю дверь, и тогда все нормально. Вот, завтра, наверное, уже буду вешать гардину. Мне нужно будет уже вешать шторы. Ужасно. Господи, ну я очень рад, я очень счастлив. Вы с ним не представляете, насколько. Это пипец. Вот этот бы срач еще разобрать с подоконника, и было бы здорово. Вот такие дела. Поэтому полетел я дальше крепить эти плинтуса вот с этой стороны и вот с этой стороны. И все, и можно будет спокойно собирать кровать. Ну что, плинтуса я уже прикрутил, пропылесосил, все на месте, все супер, все классно. Теперь выглядит все аккуратненько. Только в некоторых местах нужно еще подрезать чуть-чуть обои, которые торчат из-под плинтусов, ну, вот это вон там, и там, где я вам до этого показывал. Вот. Нужно там чуть-чуть подрезать обойки, и все будет вообще идеально. Вот. Теперь я заношу всю мебель обратно, мой компьютерный стол уже сюда залетает потихоньку, так что давайте заносить мебель и собирать ее. Сегодня, по моим планам, я хочу собрать компьютерный стол и кровать. Поехали. Сейчас буду все это дело собирать. Только вопрос, где у меня болтики от... Вот они. Вот болтики от стола. Поэтому беру в руки отвертки, все, которые мне нужны. Минус отвертка. Так, мне нужна мебельная отверточка и крестовая. Так что я даже не знаю, куда уже ставить телефон, чтобы у вас были разные ракурсы. Давайте вот сюда поставлю. Thank you.
что, стол собран, это отлично, это потрясающе. Тут будет еще стоять стул, разумеется, компьютер и все остальное. Теперь я приступаю к сборке кровати. Честно, не знаю, что там меня ждет. Вот, снимать я, наверное, это не буду, потому что у меня уже место на телефоне заканчивается, а скинуть некуда, пока компа нет, поэтому буду экономить время, буду показывать вам все самое-самое интересное, скажем так. Вот, полетел я собирать кровать. В общем, я уже собираю каркас кровати, я его уже почти собрал. И знаете, из-за того, что я человек, уважающий свободу, ну, в принципе, тишину и личное пространство других людей, я, короче, себе купил наборчик, сейчас я вам его покажу. И тут он был, куда-то я его уже подевал. А вон он лежит, сейчас я вам его покажу. Короче, наборчик называется «Практика», набор отверточных насадок. Это вот такие вот отверточные насадки, которые есть тут, любые есть насадки, кроме мебельных. Ужасно, нет мебельных насадок. Очень жаль. Вот. И таким образом я бы мог, собственно, с помощью этих отверточек, если бы там были бы вот такие вот мебельные насадочки, я бы смог вставить их в дрель и очень быстро все это закручивать. Но так как, в принципе, за окном уже довольно темно, там уже темнота, а времени, хотя еще не так много, вот, по-моему, часов 9 сейчас, я не помню, сколько там времени, покажите мне, 21:15 сейчас, вот, я бы мог вставить, я даже не увидел, что тут нет мебельной насадки, которая мне нужна, но не суть, я бы мог вставить в дрель и использовать. Но так как, в принципе, уже вечер, я такой, типа, ну, буду вручную все закручивать, вот, и сижу, кручу вручную, и сейчас только что понял, что... Походу, я бы и крутил все вручную, потому что насадки-то нет. В общем, да. Кровать уже собирается, каркас уже потихонечку готовится. Тут все детальки, это от шкафа детальки, это вот кровать. Так что за сегодня, это, кстати, вот изголовье кровати, ну, вот такое вот оно. Так что сегодня я планирую собрать кровать. И если все будет хорошо, то я еще и шкаф соберу. Посмотрим. Прям посмотрим, потому что кровать занимает довольно много времени, но я иду уверенно к своей цели, скажем так. Вот, такие дела. Так что я поехал ее собирать дальше. Что, вы, наверное, заманались видеть меня уже в одной и той же футболке, несколько влогов с растрепанной башкой. В общем, я собрал кровать. Ура, ура, наконец-таки я собрал кровать, это означает, что можно уже тащить сюда матрас. А где матрас? Сейчас я вам покажу, где матрас, потому что это, конечно, пипец. Матрас у меня сейчас находится в зале, в комнате у мамы. Так, где тут свет включается? Вот, в комнате у мамы матрас находится, и он закрывает ей полностью окно. Вот, поэтому мне нужно его сейчас отсюда перетащить в комнату и, собственно, постелить на кровать. Матрас постелен. Теперь можно просто упасть, лежать. Это ужасно. Я ужасно устал. Я пипец как устал. Фу. Это просто ужасно. Щека грязная, в чем непонятно. Это ужасно. Товарищи, это пипец. Мои пальцы просто синюшные, краснючие. Этот матрас еще при этом каким-то током бился. Я не знаю, как он умудрялся мне еще током бить, когда я его нес. И когда я его пытался положить на кровать. Короче, ужас. Ужас. В общем, у меня еще впереди шкаф. Вот. Но я сейчас полностью кровать постелю. То есть подушки, наволочки, простыни, все остальное. И уже буду присыпать к сбору шкафа. Вот.
Хотел Сережа собрать шкаф, получил Сережа шиш с маслом. Суть в чем? Вскрыл все коробки от шкафа. И оказалось, что в коробке нет фурнитуры. Нет ни инструкции по сборке, нет ни болтов, ничего абсолютно. То есть просто деревяшки и все. Фурнитуры нет. Фурнитура отсутствует. Благо, что сегодня воскресенье, я буду завтра звонить в Азбуку мебели, где я покупал эту мебель. Вот. И значит, просить, чтобы они везли мне фурнитуру. Мне нужно собрать шкаф. Это очень странная хренотень. Очень странная. Вот. Сейчас я попробую собрать комод, потому что, в принципе, комод есть, фурнитура там вся есть, я это знаю. Вот. Мне нужно просто убрать коробку вот эту вот от прохода, потому что не пройти, не зайти, не выйти. Вот такие дела. Поэтому сейчас буду собирать комод. И как вы помните, комод у меня бракованный. И я наконец-таки узнаю, что же это за деталька такая бракованная у меня там лежала. Вот. Посмотрим. Посмотрим, собственно, что пойдет тоже на замену. И суть в том, что комод заменяется не полностью весь, а именно только вот эта одна деталь. Я сейчас начну его собирать, и сейчас, ну, и узнаю, что же это за деталь. В общем, в чем суть? Достал камеру, чтобы записать. Достал коробку из-под комода. Думаю, дай соберу. Вот полочки. Достаю пакет. Значит. А тут инструкция от шкафа. У меня теперь назревает вопрос. Эта коробка, которую я только что вскрыл, она из-под чего? Из-под шкафа или из-под комода? Шкаф? А где еще коробка из-под комода? У меня такой вопрос. В смысле? Ничего не пойму. Я все перепутал, походу. И все детали, походу, перепутал между собой. О, Господь всемогущий, это ужасно, это ужасно. Мне теперь нужно искать детали, которые в принципе похожи на те, что нарисованы в инструкции для комода. Искать вот в этой огромной груди деревяшек. Ужасно, просто ужасно, ужасно. В общем, пытаюсь как-то разделить, вспомнить, по-моему, вот эти вот детальки, которые стоят здесь так слегка отстраненно от основной части деревяшек, по-моему, это комод. Поэтому я сейчас переношу то, что, по-моему, комод в коридор. И затем начну собирать комод. Потому что я не знаю, что откуда. И вот это вот вопрос. Это крышка от комода? Вот это вот. Походу, да. Походу, это крышка от комода. А я ее всю заставил деревяшками. Поэтому будем собирать комод потихонечку. И будем смотреть, чего не хватает, а чего хватает, и дополнять все это дело потихонечку. Вот, ну, конечно, посмешил меня, посмешил. Инструкция от шкафа. Буду уже собирать, наверное, завтра. Я уже уставший настолько, что пипец. Мне бы сейчас собрать комод и все, и просто лечь спать. Спать. Потому что я не хочу завтра собирать комод. Завтра у меня другие дела. Завтра мне нужно вешать гардину, телевизор на стенку, собирать шкаф все-таки как бы на завтра, да, это оставить. И уже начинать потихонечку разбирать вещи. Какие-то, которые нужно поставить сюда компьютер. Ну, как бы уже начинать потихонечку вживаться в комнату, потому что время это, конечно, круто, но работать тоже надо, и там трансляции вести, и видео для вас снимать. У меня руки просто все красные. На камере не видно, но они прям бордового цвета в крапинку, потому что пипец. Я открыл холодную воду, я подставил руки под холодную воду, я стоял минут 5, кайфовал просто от того, что есть, что просто мне руки не жжет от этих гребаных деревяшек. Поэтому ищу, значит, детальки от комода и буду собирать комод. Так, очередь комода тоже уже пришла, я его уже собрал, там даже уже стоит Wi-Fi роутер у меня. Теперь есть Wi-Fi, ура! Вот, разумеется, полочки, вот эти вот ящики я уже буду доделывать завтра, потому что для них нужно приколачивать оргалит на гвоздики, а время уже 12 час, я не хочу стучать, тем более это нельзя делать после 11. Вот, так что на завтра.
И шкаф тоже буду собирать уже завтра, тем более, что комод собран, а это значит, что лишних деталек от комода вот в этом вот хаосе всего больше нет. Вот, комод собран, все отлично. Всякие там эти полозья, рельсы, да, они тоже будут все здесь. Короче, все будет отлично, отлично, здорово. Вот, так что как-то так. Поэтому, ребятки, пошел я есть, хочу пойти покушать. Не знаю, хотя бы чая попить. И пойти уже спать. Потому что спать хочу нереально. Я сегодня проснулся в 7 утра, а сейчас время уже, знаете, сколько? Сейчас уже 0:40. То есть уже час ночи. Охрененно. Просто замечательно. Здорово. Вот, поэтому все. Еду. Еду, что еду, да, еду, еду в соседнее село. Я устал ужасно. Все, ребятки, все, спать. Все, всем спасибо большое за просмотр этого влога. Надеюсь, он получился не сильно скучным. Все, люблю вас и пока-пока. До завтра.